Приветствую вас, Дарина. Ситуация заключается в том, что, конечно, есть определенная странность в подобном поведении молодого человека, что вот он там спустя какое-то время, да, достаточно продолжительное время, не хочет, значит, ну, фактически не делает ничего для того, чтобы с вами жить. Обещает, но постоянно придумывает какие-то причины. Естественно, это говорит о том, что для молодого человека совместное проживание является, ну, чем-то не тем, чего бы он хотел, да, чем-то не тем, что ему нужно, вот. Но вместе с тем говорит о том, что вами он дорожит, да, терять вас не хочет, ну и проблемы, которые у него есть, вот, в том, что он опасается, например, последствий совместного проживания, она тоже существует. Вероятно, своей мужской гордости парень просто не может, не хочет, боится признать, что проблема существует, что она есть. Другой вопрос, почему вам так важно, чтобы мужчина с вами жил? Почему вам так важно, что и что есть вероятность, или ее нет. То есть вы свою жизнь, свое ни много ни мало будущее готовы поставить в зависимости от вероятности. Вы свои желания готовы поставить в зависимости от того, решит ли человек там что-то делать, решит ли человек там, к примеру, решит ли человек с вами жить или нет. То есть вы готовы поставить свою жизнь в зависимость от этого. Вот. Мне кажется, что здесь у вас есть ну, такое состояние, когда вы тревожитесь, когда вам хочется, чтобы человек переложил, чтобы человек взял на себя ответственность за то, что вы переживаете, то есть вам хочется переложить ответственность на человека за то, что, ну, за то, что вам хочется, за то, что вам нужно. Вот. И, соответственно, вот очень важно понять, вследствие чего это происходит, потому что процесс этот достаточно сильно вам способен навредить. Дальше, если мужчина не торопится с вами начинать совместное проживание, то у него нет мотивации для этого, то есть он, грубо говоря, не замотивирован. Он не замотивирован на то, чтобы с вами жить. Почему не замотивирован? Что в вашем поведении может человека мотивировать? А что в вашем же поведении может, наоборот, демотивировать мужчину от того, чтобы с вами жить вместе? Вот. То есть это вот очень такая важная история, это очень важный момент,
на который я предлагаю вам обратить внимание. Вот. Опять же, вы не готовы сами, на мой взгляд, что-то делать для того, чтобы реальность вам как-то отвечала. То есть, ну, что значит отвечала? Что значит отвечала реальность? Отвечала реальность, это значит, собственно, чтобы, ну, чтобы вы по факту получали то, что вам, ну, более-менее хочется. Вот, чтобы вы имели то, что вам более-менее хочется. Вот. А не зависели от кого-то. Не ждали. Пока человек решит, а именно, чтобы вот вы сами руководили тем процессом своей жизни, вот. Вопрос только в том, готовы ли вы к этому или нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.